В предыдущей серии Dying Light 2 Stay Human. Не признал меня? У тебя аллергия на деньги? Короче, слушай, мы можем подзаработать, ты и я. Вот он! Хватай его, Эд! Он убийца! Люк отравился! Водой, которую ты продал! Как ты ее хранишь? Она в бутылках! И она никак не могла оказаться зараженной. Не, у Марка, моего поставщика, чистейшая вода. А может, это месть? Докажешь, что он воду отравил, половина муки твоя. Неловко просить, но у Ганса тоже может быть бутылка такой воды. Можешь его предупредить? Он тоже живет на Хаунфилд-Лейн, только чуть дальше. Стой! Не пей эту воду! Этот придурок, должно быть, снова перепутал бутылки. А тебе-то какое дело? Вода, которую он купил у Джулиана, может быть отравлена. Возьми самогон, на случай, если он уже выпил воды. Ганс! Это ты, Ганс? Что нужно? Ты пил эту воду? Да, черт возьми. На вкус как моча. Это твой самогон. Держи. Твоя жена велела выпить. Жена велела? Моя Анна? Она думает, самогон достаточно крепкий, чтобы уничтожить яд. Ха! Бабёнка моя! Ха-ха! Она меня все-таки любит, несмотря на нытье и жалобы. А говорят, романтика мертва. Помочь добраться домой? Не, все путем. Я с этой бутылкой еще не закончу. Великолепно. Очередной вор воды. Этого только и не хватало. О чем ты говоришь? Решил ограбить меня, да? Нет. Человек по имени Джулиан говорит, ты продал ему отравленную воду. Мне нужно избавиться от этих тварей там внизу. Если откажешься, мне конец. Отравлена та вода или нет? Ладно, я избавлю тебя от зараженных, а ты расскажешь мне, что случилось. Идет? Конечно. Идет. Привет, друзья. Меня зовут Колман. С возвращением в Dying Light 2 Stay Human. И мы с вами продолжаем. Итак, нам сейчас нужно избавиться от зараженных, которые мучают нашего беднягу Марка. Может, у нас выйдет это и по-тихому. Чёрт, их там много. Тихо, мне выйдет. Серьезно? Ну да, хватайте. Вы что, дебилы, что вы творите? Придется по-другому. Ой!
От меня не уйти! Иди, парень. Ладно, все в порядке. Так, что это за история с водой? Постой. Так ты правда из этих ебанутых пилигримов? Ебанутых? Теперь спокойно. Нужно быть отмороженным преступником или просто ебанутым, чтобы путешествовать по миру, полному зараженных. Ебанутым в хорошем смысле, конечно. Итак, что там с водой? С моей водой все в порядке. На базаре отравился человек. Если он умрет, обвинят тебя. Ах, черт. Ладно. Это была случайность. Ясно? Несчастный случай. И все из-за этих проклятых воров. Воров? Они постоянно крадут у меня воду. Я больше не хотел терпеть. Поэтому я решил устроить ловушку. Ты специально отравил воду, чтобы убить бандитов? Не совсем. По крайней мере, не специально. Недавно я убил здесь зараженного. И этот уебок упал прямо в воду. Всю воду испортил, сука. Тогда я и подумал. Почему бы не проучить этих воришек? Поэтому я наполнил несколько бутылок этой зомбятной водой и поставил их на самом виду. Они не должны были попасть на базар. Но, кажется, я напился и случайно продал несколько бутылок Джулиану. Я отдам тебе всю муку. И даже добавлю еще что-нибудь. Только не говори никому. Или мне конец. Они обвинят Джулиана и повесят. И не переживай за Джулиана. Такой хорек, как он, всегда выкрутится. А если нет, на одного хорька в мире станет меньше. Так что, договорились? Блин, я потерял суть, а что делать-то? Блин. Ладно, договорились. Вот твоя мука и еще кое-что сверху. Так, я потерял нить. Тьфу, вот не слушался в диалог совсем. То есть я мог сказать правду, но я соврал, блин. Возьмем это. Только я это вижу. Что-то странное происходит. Коктейль Молотова. Фига вас там столпилось. Так, стоп. А тут я выйти могу? Не. Ну ладно. О, усилитель иммунитета. Прекрасно. Ладно, уходим отсюда. Хорошие звуки.
Ну-ка. Да, помогу. Не сука, бля, ты издеваешься, что ли? Ой, да иди в жопу. Их успел. Так, что у нас здесь? Господи, слезь. Так, я ведь здесь? Да. Это было очень странно. Черт. Сваливаем. Сваливаем низкий уровень. Помогите! Да блин. Черт. Фиолет, быстрее, быстрее беги. Ох, успел. Да, напряженненько.
Так. А драгоценность я так и не забрал, что ли? Лечимся. Пробуем еще сюда слазить. Снова? Чё за бред? Да ну нафиг, идите в жопу. Я уж это открыл, вы как бы говорите, да не, ни хрена. Нафиг. Ну-ка, что мне там выпало? Подожди, я же вроде кроссовки выбил. Нет? Я ж вроде кроссовки тут подобрал. Ладно. А тут что? Ну, добудем компоненты. Плакальщик. Блин, выживший обратился тут. Я даже не понимаю, где они, что. Надо разобраться в этом. Надо опять до ультрафиолета мне добраться обратно, иначе не продержусь. Ах, тебе спустя себя повысил. Пофиг, лучше дальше побегу. Куда мне? Ой, блин. Зараза.
Блин, надо привыкать к геймплею. Блин, везде эти плакальщики. Мне бы спуститься, чтобы никого не запалить. То есть себя. А они, блин, повсюду. Меня. Мне этого не надо. Должен его открывать, а не под... Рядом контейнер с ингибиторами. Так, а где? Кардицепс? Серьезно? Остафас, привет. Там что ли что-то есть? Блин, как же ночью интересно исследовать. Столько всего. Что? Господи, я не понимаю. Нажимаю F, он такой типа отпускает. Ну, я так, что типа... Я такой... Откинулся. Что? Так, сейчас вернемся, только надо в сейф-зону. Тихо, не упасть. Есть. Ага, вот ты где. Так.
что у нас тут? Шины Гетра. О! Антибиотики, консервы, водка старого мира, мука. Рис, отлично. Армейская аптечка. Ух ты, ух ты, ух ты, сколько всего крутого. О, крепкая обувь. Блин, класс. Столько всего, ну-ка. Переоденемся. А, он уже надел. Кроссовки для бойца. Наводим дальнобойным оружием и скрытности. Стрелковое оружие. Типа луки. Тут же дед вроде где стрела. Значки опыта паркур прибавит. Класс. Ну, масочка. Радиус чутья выжившего прибавляет. Да. А с одеждой-то можно прям повозиться нормально так. Так. Ага, это одноручная. Отлично. Класс, нашли много чего полезного. Так, ладно, понял, не залезем. Идем к заброшенному магазину. Так, иди сюда. Так. Как бы аккуратно проникнуть теперь. О, помогло. Спокойно. Так, взлом. Легко. И это все? Компоненты, а где они?
Доброй ночи и удачи, пусть достижения. Че, утро наступило? Вроде все, больше здесь ничего. Да, ха, утро наступило. Так, что тут за конвой? Ну тут полная жопа. Прекрасное утро в Виледоре. Ладно, что у нас там дальше? Так. Угу. Блин, конечно, одежду-то охота добыть. Ну как я столько перебью? Попробуем. Да чё ж они все пустые-то? Ну, хоть монеты. Конечно, не просто, но вроде справляемся. Блин, все-таки сюда идет.
Ну. Сейчас газовым баллоном попробуем. Лови. О, блин. Зараза. Сейчас что-нибудь мы с тобой придумаем. Бляха-муха. Я хотел увернуться. Не получилось. Есть! Победа! Там все какой-то болит, придурок что-то говорит, типа мне. Придурок, я тут видишь, что сделал? Я зачистил конвой. Твердая обувь, самодельная граната. Так, следующее. Так. Жилет. О, жилет. Класс. Ой, черт, бежим. Нахрен, пацаны, пока. Я здесь залутал все, что хотел. Бежим, бежим, бежим. Берем добычу и свалим. А то что? Еще секунду.
Так, ну-ка. Класс. Вот. Теперь хоть более-менее на человека стали похожи. Чё-то не так. Ой. Ты ничего из себя не представляешь. Ага. Справишься с этим? От меня не уйти, Пету! Обосрался, беги, беги. А, ну прикольно. Зомбарь спит. Что у вас тут было? Ну-ка показывайте. Так, что тут со штанами? Нет, эти все-таки лучше. Да, подойдут. Так, тут еще немного лута осталось, давайте его заберем. Ага. Так, ладно, двигаемся к сюжетной точке. Так, а магазин? Не заутал его, что ли? Блин, ладно. Потом с этим разберемся. Так. Да, двигаем на тыквенную ферму. Если бы только у меня были помидоры, или чеснок, или хотя бы морковь. Ладно, в следующей жизни. Говорят, что это грех просить слишком многого. Чертовы биомаркеры. Сковали нас цепями. Вот бы избавиться... Так, новый ветряк. Вот, полутаемся. О, зараженный. Привет, дружище. Ну, ладно, что хоть так. Так, тут... Ага, тут еще есть. Тихо. Отдыхай. Смола подойдет. О, нифига себе, инструменты сгодятся. Ой,
Так, аккуратно. Так, походу бандиты. Ну да, а нафиг вас. И так пройду. Оп, стоп. Давай. Заберем. Что тут у нас? Кепка медика. Да. Так, мы можем прокачаться. Здоровье. Ага. Нет, я лучше выносливость скачаю. Это более нужная вещь. Вот, сопротивляемость повысилась. Круто. Так, по навыкам. Ну, скоро паркур заработаем. Так, с оружием тут кепка. Ну, наверное, я лучше оставлю маску. Да, буду в маске бегать. Так, кроссовки. Но, блин, эти, конечно же, круче. Гораздо. Так что так. Ладно, идем открывать ветряк. Надеюсь, будет несложно. Ну, думаю, справимся. Так, сюда. Ага, понял. А вот это виды. Так. Аккуратно. На край. Оп. Есть. Сюда. И вот мы на вершине. Не так уж и сложно. Все, открыли. И теперь спускаемся. Оп. Ходит легенда, что ночные бегуны построили эти ветряки. Ну вот, теперь у нас еще одна безопасная зона. И даже есть свой торговец. Здесь можно поспать, ага. А что у тебя есть, дружище? Новый товар! Покажи. Ну, у тебя такое, хотя... Хотя одежда такая же. Это у меня все есть. Ну что ж, друзья, ладно. Думаю, надо будет здесь там передохнуть и продолжить уже в следующий раз. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока. Добро пожаловать в... В рай. Ты знаешь девочку по имени Мия? Мия? Нет. Кто это? Моя сестра. Нет, не его! Вайт забрал ее много лет назад. Отнял ее у меня. А теперь я хочу, чтобы он сказал, где она сейчас. Но такая информация дорого стоит. Слабые. Просто сдаются. Отвлеки их! Им на все плевать. Плевать на жизнь, а по тебе? Тебе не плевать? Отпусти его! Двинься, он умрет! Отпусти его! От имени всех местных шлюх, бандитов и придурков я нарекаю тебя гражданином Велидора. И именем закона ты приговариваешься в смертной казни как предатель. Иногда, чтобы остаться человеком, нужно стать монстром. Ты мучаешь нас! Причинишь мне боль! Ничто нас не разделит.
К черту план, мы не знаем, что там. Ты ничего не понимаешь. Мия! Эйден! Мальчик притворяется взрослым. Ценный маленький мальчик.